Ты можешь оперативно завершить данный проект, потому что не хотелось бы, чтобы наша база была хоть даже на секунду открыта. Хотя бы небольшая иллюзия того, что база закрыта, нужно иметь. Вот это я тоже запрещаю, потому что на крайний день нужно иметь все о себе. Я жду, а хлопчатник почти вырос, и скоро у нас начнется срубка хлопчатника, и это будет очень даже полезно для нас. Потому что из хлопчатника будут делаться у нас разные ресурсы, разные, в том числе и пошив тканей, потому что это нам будет делать необходимо. Вот эту дверь тоже, в принципе, можно держать открытой. Думаю, ничего плохого. Ага, нельзя держать открытой, потому что у нас тут тепло. А, то есть все сейчас наше тепло. А, вот эту дверь тоже надо закрыть. Потому что все наше тепло сейчас просто разветривалось. И поэтому здесь было так холодно. Понятно. Но теперь 17 градусов, я думаю, это хорошо. Ставить плитку. Также тебе нужно будет вот это все разобрать. Вот это вот сделать. Место вот это, точнее, вот это сделать. У нас будет являться тюрьмой. Что-то тебя косоебит как-то перемешку, потому что из одного угла в другой бегаешь очень часто. Как обосратый. Так, переставить сюда вот. И этот табурет тоже переставить вот сюда вот. Место сбора это не будет наше являться местом сбора, потому что нафиг оно надо. А также поставить копию вот здесь вот. И заменить все вот это вот на мраморную плитку. Даже вот этих местах. Пожар. Я думаю, из-за того, что дождь идет, у нас сильно не пострадает ничего. Конечно, плачевно то, что у нас теперь она вот таким вот образом появилась, но думаю, мы справимся и все у нас будет хорошо. У нас мрамор заканчивается плохо. У нас осталось ничего мрамора. Пиола, я думаю, у тебя все хорошо с этим, и ты даже можешь заняться в первую очередь ремеслом, а потом только вот этими делами. Да, и ты пойдешь мрамор долбить. Молодец. У нас, как можно видеть, закончилось мясо и хватит. Вот так вот. Простое блюдо мы будем делать до X и до 10 штук, и думаю, хватит тебе. Потому что нужно сейчас заниматься тебе автодверьми. И даже вот это вот я разблочу, хотя пока заблочу, пусть идет простое блюдо, пока есть возможность. У нас нужно назначить портного. Кто лучше у нас портной? Йол у нас лучший портной. Я понимаю, что нам нужно сейчас портной, и нам нужно сейчас заниматься пошивом одежды, но это нужно делать после того, как хлопчатник соберется. Налет. Так, у нас кто? Три врага, три лука. А, они сразу идут атаковать или как? Пока они вон тусят, пока мы занимаемся своими делами, я за ними послежу. Я думаю, у нас появится сообщение, когда у нас все запустится. А по ограничениям, по работе, я сделаю им домашнюю область. Пусть не убегают за ее границы. Наконец у нас появились... Ага, идут на штурм. Так, пельмень сюда. Сеня сюда. Ты сюда. Ты сюда. И спиди на подстраховку. В случае чего заменим. Нет, отойди сюда. Ага. Что-то они на штурм идут. Так, давай мы натравим... Вы атакуете вот эту в первую очередь. А ты? Ты. Атаковать рукопашную вот эту. Лучше... Не, хотя лучше Сеня, отбеги. Добивайте его, и ты тоже добивай. Замечательно. Теперь отправляемся. Так, ты мертв, ты мертв, ты мертв. Пиола, займись их переноской. Так, перенести. Перенести, перенести. Вперед. Вот таким образом нам помогает наш киллбокс. Правда, он очень короткий получился. Думаю, с этим мы справимся. Как-то. Гость. Гость, где гость? Перейти к месту. Сеня как раз у нас хочет торговать. Иди-то поторгуй. Просто хотя бы поговори, посмотри, что у него есть. Ага. Неплохо. Так, коктейль молотый я себе оставлю, пожалуй. Рубашка синка ненормального продам. Колсок. Не нужен. Ткань я могу тебе продать. Только ткань мне самому нужна. Компонент я могу у тебя купить. Только не буду этого делать.
Сухой паёк, медикаменты, в принципе. Дорого, дорого, дорого. 21 пока для нас. Будем принять. Все не перенеси. Блин, точно. Работа не ограничена. И вперед перенеси. Думаю, сейчас самое время нам с пельменем пройти и продемонстрировать, что такое называется коктейль Молотова. Встань сюда. Вперед, один раз. Все, убегай, убегай, убегай. Закрывается дверь и берется вот тобой вот это вот оружие, все. А также ограничение. Так, момент. Нужно из области уменьшить вот эту домашнюю зону. Я сделал 5 на 4. Ну ладно, пофиг пока. Давай смотрим, тут у нас температура буквально взлетает, и тем самым у нас все трупы сами воспламеняются и сгораются и умирают. То есть тут буквально было 600 градусов, и сейчас это постепенно будет остывать, но мы пока им доступ сюда не разрешаем, потому что нехуй. Ибо нефиг. Еще налет. Снова двое. Ну пускай на нас атакуют, как... Я думаю, они сразу идут на штурм, да? Да, идут на штурм сразу же. Угу. Понятно. Пельмень сюда. Ричан сюда. Пиола сюда. И Спиди сюда. Сеня, пульт на постраховке. Вы же атакуете, да? Где вы? Мрази. А что, я вас не вижу? Потому что я слепой. А, они не атакуют еще. Да, занимайтесь своими делами пока. Я вас, так сказать, обманул немножечко. Ах ты вы, собаки. Сеня сюда, пельмень сюда, Ричан сюда, его сюда. Спиди, подходите. Так, питомцам я сделаю вот даже этим двоим индюшатник доступ. Потому что сейчас нежелательно, чтобы это все было. Хотя уже пофиг. Угу. А, все, спасается бегством. Сеня, захвати его. Я понимаю то, что его захват, это нам ничего не придет. Даже его стата не посмотрел, он не сможет быть нашим поселенцем или нет. Но. Мы не... Так, Личан, ты сможешь улечить? Личан, займись лечением, пожалуйста, спасибо. По здоровью. Он через 6 часов умрет, но думаю, подлечет. Адская боль, да, мокро. В смысле, мокро? Ладно. Чего у тебя по персоне? А ты неплохой, так. Недостатки отсутствуют, в принципе, я бы его приручил. Он ничего такого не может особенного, но мы его сможем обучить заниматься строительством горняком. Также он неплохой ближняк. И кулинар тоже неплохой. Поэтому все нормально. А также по здоровью. То есть шикарная простая диета. И тебе тоже простая диета. Думаю, вы не сильно не обломитесь. Так, Крокус, наш новый рекрут. Спасти. Горе три луковые. Спасай его. Стоило перевести на его на сидящую диету, и сразу стал нашим рекрутом. Неплохо, неплохо. Так, что у тебя по здоровью? А, ну, ты останешься, ты будешь жить. Также нужно будет выровнять вот здесь поверхность, чтобы было бы приятнее нашим клонистам бегать. Крокус шаман будет снова ходить. Окей, я тебя понял. Крокус, ты... Ага, тебе оружие все равно нужно, да? Какое-нибудь. Ну и ты будешь жирняком, поэтому будешь долбить породы, и думаю, у тебя все будет с этим хорошо. Технологии. Автодвери изучены, водяные генераторы. Нет. Снова микроэлектроники, да, продолжает исследовать. А почему это... Тут трупы не должны лежать. Трупы людей не должны здесь лежать. Вот здесь вот трупы людей должны лежать. Трупы людей и приоритет максимальный. А тут вот обычный приоритет. Так как у нас новый колонист, ему нужно будет сделать новую кровать. Новое помещение, где он будет спать. Ну пусть пока спит вот здесь вот. А пиолу, кстати, можно сейчас... Занять тем, что она будет портным. Не здесь вот портным, вот здесь вот портным. Так, сюда нужен стул, я что понял. Да. И нужно будет склепать. Штаны. Пуховик, это точно, но я знаю. И футболку. Все это по сколько у нас? 6 штук.
Так, не художник, портной на единичку. У нас сейчас проблем с камнем не нужно, то есть он не особо так нужен. А вот ткань нам нужна. Но, ну, делай, чего хочешь, поэтому нам не принципиально. Я ему действительно поставил большие слишком урожаи, и, возможно, с этим будут проблемы. Я же все продовольствие запретил здесь хранить. Ладно. Изделия, медикаменты, наркотики. Вот, наркотики тут нельзя хранить. Тут вот можно хранить наркотики. Наркотики. Вперед, занимайся своими делами. Голод у него, понимаете ли. Иди поешь, если у тебя голод. Никто за тобой все-таки ухаживать не собирается. Смотрим теперь по нашим статам. И теперь у нас больница 2 из 3. Неплохо. Так, строим здесь копию. Или не думаешь, додумаешься до этого. Раз, два. Вперед. Также тут надо будет кабель протянуть. Таким, думаю, образом. А также тут надо будет построить у нас еще один аккумулятор. Все-таки меня не перестают терзать сомнения, то что я сделал очень тонкий киллрум. Но ничего уже с этим поделать нельзя. То есть его можно увеличить, но пока в этом особой необходимости нет. А ты можешь его переставить сюда, скажем? Пельмень, займись этим, пожалуйста. И тогда тут нужно будет поставить автодверь из мрамора. Тут вот. И также тут нужно будет построить копию вот здесь вот. Разобрать пельмень за месяцем. Чем быстрее, тем лучше. Построить копию и в срочном порядке пельмень. Вот так вот. Чем быстрее ты это сделаешь, тем будет лучше. Потому что не хотелось бы, чтобы здесь у нас температура охладилась очень сильно. Потому что она и тут уже 10 градусов. Все замечательно, у нас есть небольшая наша генераторная, и генераторов нам хватит очень надолго, надеюсь. Строить их обязательно, эту генератор нужно под крышей, потому что именно под крышей уменьшается шанс, что у нас попадет сюда молния и все взорвется. Так, построили теперь из... Нет, не стали. Нужно стали эту заменить. А, гранит, это хорошо, так, отмена. Гранит. Ага, построить копию. Вот таким вот образом. И тут тоже надо будет разобрать. Пельмень, займись, пожалуйста, этим сейчас, потому что не хотелось бы возвращаться к этому. Так, кабель не нужно разбирать. Вот этот вот разбери. А, и теперь вот этот вот. Построй. Нет, пельмень. Займись вот этим, пожалуйста. Не хотелось бы, чтобы ты себя замуровывал. Верни сюда кабель. Пельмень в срочном порядке. Потому что уже 17 градусов внутри. Пельмень. Так, это плохо. Это плохо. Какой медведь? А, у нас у хаски появился щенок. Неплохо. Они все в домашней области. Угу. Неплохо. Их нужно будет обучать. А где этот медведь, который охотится на индюшку? Пельмень, речан, пиола, спиди. Вот так вот. Сюда встаньте. Подойдите поближе. Пороли медведя, и можно считать достижением нашей базы, потому что медведя поворот не так уж простая задача. Вы видели, сколько он дамага вся впитывает. Я ошибся, тут надо копать, а не выравнивать, и вот этого тоже надо выкопать. Вот этот нужно разобрать. Замечательно, и, пожалуй, нужно вот такого вот нам холодильника. Нужно хватить, я думаю, нам за глаза даже этого хватит. Нужно вот это вот немного расширить область до сих пор и расширить вот эту вот область. А, у нас крокус обидается, но ничего, обидайся, у нас еды много, поэтому не парься, чувак.
Надеюсь, ты не лопнешь. Так, еще нужно сделать так, чтобы у нас не делать бесконечно DX. 30 штук, думаю, хватит. То, что больше не надо делать, потому что у тебя есть другие дела, и думаю, ты с этим справишься. И теперь тебе можно вербовать. А зачем ты нам нужно было? А, да, я забыл. Точно, ты же охрененный чувак. Вот эту вот комнату я предлагаю переоборудовать в столовую. А чтобы это сделать, нужно сначала выкопать вот это все помещение. Это раз. Во-вторых, нужно сделать вот такую комнату здесь. Так, сейчас я соображу. Да, вот так вот. И сделать небольшой проход вот здесь вот. И соединить вот таким вот образом здесь. Это все нам нужно сейчас выкопать, потому что здесь у нас разместятся всякие ресурсы, а здесь у нас будет им непосредственно столовая и кухня одновременно. Не хочу я никого спасать, не хочу я задираться за пределы базы, потому что это геморройная и багованная на самом деле фигня, которую лучше не трогать. Давайте вы не будете трогать, пожалуйста, вкусную еду, окей? Потому что он задолбает все готовить. Да, ешьте обычную еду, у вас ее много. В чем проблема, и чтобы есть вкусную? Зачем? Типа, камон. Я хочу сделать здесь вот раз, сделать два. А, залежишь детали, это классно. Спускаю, пока копает, я не против. Мраморные двери вот так вот раз. Два, только запретим сначала их постройку. Потому что они пока нафиг не нужны. Пусть пока сначала копают. О, новый рекорд, класс, 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 класс. Перейди к месту, да, это классно. Крокус. Так, я забыл вам по ограничениям. Не-не-не, чувак, копируй, вставляй. Вот, все, замечательно. Фермер и садовод, я нашел тебе применение, потому что нам в этом плане не хватает, на самом деле. И, думаю, носильщику бочек на троечку тебе поставлю. Потому что тоже нам этих людей не хватает. И нашли сейчас, думаю, замену и нормально. У нас, то есть, короче, нам не хватает спальных мест. И нужно выкопать помещение под эти спальни. Только я, если бы я не косячил, в планировке было вообще классно. Так, тут вот так вот. И отменяются вот эти две клетки. И это все нам нужно будет выкопать. Потому что тут у нас будут новые спальные места для наших новых колонистов. Думаю, тут построить обычную дверь, потому что сомневаюсь, что тут нужно будет постоянно закрывать ее. Таким вот образом. Также тут нужно будет построить автодверь. Думаю, пока этого делать не нужно. И также нужно будет выровнять поверхность. Так, это не нужно выравнивать, это просто нужно выкупать. А это все нужно будет перенести в обязательном порядке. Чем быстрее, тем лучше. Вот здесь вот нам нужно поставить лампу. Стол нужно переставить сюда. Потому что это оптимальный будет уголок для оптимизации процесса. Сейчас вы поймете, короче, все. Я, может быть, говорю неправильно, но... То есть у нас есть три блока. Здесь у нас стул, то есть тут стул. И будет тут стул, потому что тут три блока будут располагаться стол еще один. Альпака сходит с ума, чем? Так, это плохо. Пельмень. Встань сюда, Ричан сюда и Сень. Так, ты без всего, поэтому вот так вот, хотя бы так. Также нам нужно построить, беги, вот таким вот образом. Думаю, мы сможем поймать альпаку и все нормально с ней будет. Беги, 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 беги. Ричан косит, это нормально. Нормальная практика. Вот и все. Так, ей нужно, тебе нужно лечение? Нет, тебя просто ушибли. Вечеринка, ура.
Но не нужно забывать производство. Нам нужно сделать рабочее место хотя бы так вот, и на рабочем месте назначить делать. Пусть пока стоит. Потому что нам не изучены рекурсивные луки. И длинные луки нам тоже нужно будет изучить. Пусть наши колонисты развлекаются. А, я уже все разучение закончил. Гул мужского полукласса. Угу. И стол портного тоже нужно будет сейчас переставить. Сейчас только. Ага. Переставить вот сюда. Таким вот образом. Угу. Давай вперед.